Сиэтл – самый крупный и известный город штата Вашингтон. В городе и пригороде живет около 4 миллионов человек. Именно здесь появились известные всему миру компании, такие как Amazon, Microsoft и Starbucks. Сегодня мы с вами посмотрим на сам Сиэтл и города в его окрестностях. Обсудим, где жить хорошо и комфортно, какие места стоит избегать. Также я расскажу про стоимость аренды квартир, доходы семей в этих городах и то, чем они живут. Мы на канале American Bulka, и мы начинаем. И, конечно же, мы начнем с самого Сиэтла. Именно этот город называют в ответ на вопрос, а в каком же городе штата Вашингтон вы живете? А все потому, что он самый крупный и у всех на слуху. Непосредственно в Сиэтле живет около 775 тысяч человек. Но вокруг него расположено множество других различных городов, и именно в них в основном стремятся жить люди. Но давайте все же вернемся к Сиэтлу. Для начала озвучу некоторые важные показатели. Медиана по зарплате на семью в городе составляет 9230 долларов в месяц до вычета налогов. А средняя стоимость аренды квартиры примерно в 70 квадратных метров составляет 2324 доллара. Уровень безопасности в целом в Сиэтле оценивается как средний. Но как и в любом городе, есть районы получше, а есть похуже. Поэтому стоит всегда смотреть подробно. Вообще город считается достаточно дорогим. Стоимость жизни здесь на 36% больше, чем в среднем по штату, и на 54% больше, чем в среднем по стране. Здесь дороже все, начиная от цен в магазине и заканчивая коммуналкой. Но основной вклад в дороговизну вносит стоимость жилья, собственно, непосредственно недвижимости и ее аренды. Причин жить в самом Сиэтле может быть всего лишь две. Первое – это если вы работаете в одной из IT-компаний, офис которой находится непосредственно в Сиэтле, либо вы молоды, активны, вам нравится кипиш и ночная жизнь. А теперь давайте посмотрим на районы города и начнем мы с центральной части Сиэтла. Это место отлично подойдет сотрудникам крупных IT-компаний. Работая там, ваш оклад должен позволять снимать жилье рядом с работой, но тут со своими особенностями. Например, в районе Denny Triangle находятся офисы Амазона. Но при этом многие кафешки закрываются после обеда, так как они заточены в основном на часы работы офисных зданий. Чуть получше с этим в районе South Lake Union. Кроме Амазона тут есть Google, а чуть повыше в West Lake есть офисы Meta, она же Facebook, как мы помним. Здесь очень приятный парк на берегу озера, где можно наблюдать за утками, гидропланами, есть музеи и кафе. Жилья тут в основном апартаменты, это такой американский аналог квартир. С точки зрения безопасности не очень хорошо, с детьми, на мой взгляд, здесь будет не сильно комфортно. В центре Сиэтла также находится район Боутаун. Это самый дорогой район Сиэтла с точки зрения аренды апартаментов. Средняя стоимость составляет 2868 долларов. С одной стороны расположен замечательный Olympic Sculpture Park, с другой, наверное, самый туристический район Сиэтла – Pike Place Market. В целом, даунтаун Сиэтла – это про работу и развлечения. Если развлечения, насыщенная ночная и дневная жизнь – ваши приоритеты, то посмотрите район Бродвей, его также еще называют Capital Hill. Здесь есть одноименная улица, вдоль которой расположены всевозможные увеселительные заведения. Непосредственно на этой улице можно снять квартиру, но вот если отойти чуть в сторону, то можно поселиться в доме. Выглядят тут дома очень даже прилично. Еще один интересный район – это Фримонт. Я бы его назвала молодежным, хипстерским и в целом очень атмосферным. Здесь находится один из нескольких кампусов Гугла. Из достопримечательностей можно найти Ленина на центральной улице или тролля под мостом. А недалеко от этого района есть необычный парк, расположенный на территории бывшего завода по газификации Сиэтла. Чем дальше мы будем отдаляться от даунтауна, тем активнее мы будем наблюдать малоэтажную Америку. И, соответственно, тем комфортнее будет жить семьям с детьми. В центральной части города можно еще отнести один симпатичный район, называется он Queen Anne. Именно здесь находится Кэрри Парк, с которого открываются лучшие виды на Сиэтл. Рядом с парком стоят красивые дома, апартаменты.
Очень популярные, кстати, во время Хэллоуина. Апартаменты тут встречаются уже чуть реже, чем в даунтауне Сиэтла. Слева от района Твин-Энн расположен район Магнолия. Его визитной карточкой является Discovery Park – огромное зеленое пространство с доступом к водам залива Элиот и красивым маяком. Вообще этот район с трех сторон окружен водой. С одной стороны, это обеспечивает прекрасные виды, а с другой стороны, влечет за собой высокие цены на недвижимость. И возникают проблемы с транспортной доступностью. Район выглядит немного изолированным, и чтобы добраться до работы и развлечений в самом центре Сиэтла потребуется время. В общем, если вы победили в капитализм и не планируете больше работать, то это подходящее место для жизни. Обстановка тут спокойная, идеальная для проведения пенсии. На восточной стороне Сиэтла находится еще один район воды под названием Личи. Красивый и богатый. Здесь, например, живет топ-менеджмент Амазона. Поэтому если вы CEO небольшой, но крайне успешной компании, то можно поселиться тут. Чем больше достатка у людей, чем чаще встречаются высокие заборы у домов. В целом это не сильно характерно для Америки, я про высокие заборы. Но почему-то именно в Личи мне это бросилось в глаза. Чуть выше расположены районы попроще. Но в целом стоит отметить, что чем ближе к воде, тем красивее, дороже и безопаснее. Давайте теперь поговорим про северную часть города. Здесь живут люди более простые, и стоимость аренды чуть ниже, чем в центральной части Сиэтла. У каждого района есть своя центральная улица, где располагаются кафешки, магазины и прочие развлечения. Рядом с этой улицей можно найти апартаменты, а уже вокруг расположены одна- или двухэтажные дома. В целом, в Сиэтле застройка достаточно плотная. Катаясь по спальным районам, может быть сложно разъехаться машинам во встречных направлениях из-за того, что с двух сторон дороги битком припаркованы машины. Хочу отметить район Бауэр. Районы вокруг озера Грин-Лейк. Там есть одноименный парк, в котором очень приятно прогуливаться. Также в северной части Сиэтла есть район возле университета, где живет много студентов. Тут атмосфера понасыщеннее в плане развлечений. А если смотреть на самый север Сиэтла, то там все еще проще и, скорее всего, покажется менее комфортным. Теперь давайте обсудим юг Сиэтла. Здесь не все так однородно. В центральной части расположены индустриальные зоны. Сиэтл – это портовый город, и все баржи, паромы и контейнеры с товаром сконцентрированы тут. Также в этом районе расположены различные производства и склады. В общем, люди здесь особо не живут. С запада на юге Сиэтла есть очень интересный, со своей немного расслабленной атмосферой район Вест-Сиэтл. Здесь можно поймать ощущение отпуска где-то на берегу океана. Есть знаменитый и популярный пляж Локай-Бич, который притягивает не только жителей района, но и всего Сиэтла с окрестностями. Из минусов тут могут возникнуть проблемы с транспортной доступностью. Например, несколько лет назад в главном мосту, ведущему к району, обнаружили трещину. Его закрыли на ремонт на пару лет. Тут полуостров превратился практически в остров. Мелкие дороги не справлялись с потоком машин, и люди с болью и огромными пробками добирались из дома до работы и обратно. Правда, на помощь офисных сотрудников пришла пандемия и возможность работать из дома. С правой стороны от индустриального района расположено множество районов городов, такие как Колумбия-Сити и Бейкон-Хилл. С одной стороны, вроде бы и неплохие, цены на жилье тут ниже, но с другой стороны, с точки зрения безопасности, там хуже, чем в других районах Сиэтла. Если для вас важен комфорт загородной жизни и вы не испытываете особых проблем с финансами, то рекомендую посмотреть вам восточный берег озера Вашингтон. В народе это место называют Исайд. Здесь перед вами открывается выбор из таких городов, как Белвью, Редланд, Кёркленд, Исаква, Самамиш, Вуденвиль, Бохолм и Кенвор. Давайте посмотрим на них подробнее. И начну я с Белвью. Назову это место, этот город, столицей Исайда. Приятный город, примерно на 150 тысяч человек, считается одним из лучших городов для жизни в штате Вашингтон. Есть бесплатная школа с хорошим рейтингом. Здесь, в отличие от остальных городов на Исайде, есть даунтаун с офисными высотками, но при всем при этом много частных домов. Такой мини-Сиэтл, только без палаток на улице, безопаснее, комфортнее и дороже. Хорошо развита инфраструктура, есть кафе, кинотеатры, молы, различные кружки и секции для детей. Город расположен между двух озер.
парков и зеленых зон для прогулок достаточно много. Также в Беллвью есть офисы практически всех крупных компаний, таких как Microsoft, Amazon, T-Mobile и прочих. Медиана по зарплате на семью в Беллвью составляет примерно 11 690 долларов в месяц до вычета налогов. Средняя стоимость аренды квартиры примерно 85 квадратных метров в Беллвью составляет 2670 долларов. Население с точки зрения национальности очень разнообразное. Вы себя не будете чувствовать некомфортно. Тут многие приехали откуда-то. Очень много русскоговорящих семей. На главной детской площадке города ваш ребенок всегда сможет найти, с кем поупражняться в разговоре. В общем, город отличный, но главный минус – это его дороговизна. Но если зарплата позволяет, то обязательно рассмотрите Беллвью в качестве города для жизни. Может, вы и не станете соседями Билла Гейтса или Джеффа Безоса, которые тут живут недалеко, но сможете найти комфортное место с отличной инфраструктурой. Следующий город – это Редмонд. В 1986 году головной офис Microsoft переехал в Редмонд, и Microsoft стал градообразующим предприятием. Начало строиться огромное количество корпусов и инфраструктуры. У компании здесь 83 здания, и на ее благо, не покладая рук и ног, трудится более 50 тысяч сотрудников. Что касается численности самого Редмонда, то по данным на 23 год она составляет около 79 тысяч человек. Видите соотношение? В городе есть уютный центр, кафешки, парки, тоже много кружков для детей. В общем, тут можно найти все необходимое для комфортной жизни. Много леса в окрестностях, все достаточно чисто и аккуратно. Семьям с детьми, на мой взгляд, здесь будет очень комфортно. Жизнь здесь более спокойная и размеренная. Тут нет таких высот, как в Сиэтле или в Беллвью, город малоэтажный. Из минусов – это стоимость жизни и, возможно, чересчур спокойный досуг. Кому-то это может показаться скучно. И следующий город на Ист-Сайде – это Кёркланд. Если Редмонд можно назвать деревней Microsoft, то Кёркланд – это общежитие Гугла. На благо этой компании в Кёркланде трудится более 2000 человек. Сейчас активно ведется строительство новых корпусов. Он является одним из самых крупных работодателей в городе. Это очень приятный, ухоженный малоэтажный город на берегу озера Вашингтон. Здесь есть множество парков с прекрасными видами. Набережная с лодками, яхтами, кафе и ресторанами. Однако в целом развлечений и детских кружков не так уж много. За ними придется ездить в Беллвью, Редмонд или Сиэтл. Жизнь тут более размеренная. В Кёркланде заметно меньше комплексов с квартирами. Люди преимущественно живут в своих домах. Я лично очень люблю этот город. И как вы могли заметить, по предыдущим моим видео часто провожу тут время. Также Кёркланд – это родина популярного в США магазина Costco. Ребята, если вы хотите, чтобы я сделала обзор на этот магазин, то, пожалуйста, пишите в комментариях, если это вам интересно. Кроме того, на Ист-Сайде есть еще несколько городов, которые, в принципе, похожи по устройству и ценам. Уютный центр, много парков для прогулок, малоэтажная застройка. Большинство людей живут в домах. Например, город Бофл, в котором ключевой индустрией является биотехнология. Или Кенмор, в котором расположен самый большой в США аэропорт для пассажирских гидросамолетов. Или Сомамиш, город с самыми высокими доходами, одноименным озером с пляжем и медведями, которые заглядывают в гости к людям. Или Исаква, город, который можно считать воротами в горы из-за его расположения. Он так же, как и Сомамиш, полон живности в виде медведей и рыси. Или Вуденвиль с его винодельнями и пивоварнями. Итак, мы с вами обсудили основные города, расположенные на Ист-Сайде, на восточном береге озера Вашингтон. Именно здесь стремятся жить люди, особенно с семьями. Комфорт, чистота, относительная безопасность, кружки для детей, хорошие школы и все в окружении парка. Один минус, который их объединяет, это стоимость жизни. Чтобы здесь комфортно жить, нужна соответствующая зарплата. Теперь предлагаю рассмотреть более бюджетные города в окрестностях Сиэтла. Только сразу оговорюсь, что в этом случае зачастую придется жертвовать либо удаленностью от центра Сиэтла, если вы работаете непосредственно там, либо безопасностью, либо и тем, и другим. К северу от Сиэтла располагаются такие города, как Шоу-Лайн, Эдмонс, Линвуд, Милл-Крик и прочие. Самым безопасным из них и в целом слабо отличимым от севера Сиэтла является Шоу-Лайн. Остальные по криминогенной обстановке относительно похожи. Города малоэтажные, стоимость аренды тут заметно ниже, чем на Ист-Сайде или в центре Сиэтла.
У Линвуд есть преимущество с точки зрения транспортной доступности. На данный момент от него строится линия наземного метро, а это безумно может облегчить процесс поездки до работы, потому что трасса А5 стоит знатно. Эдмонс – это портовый городок, и, как вы можете догадаться, именно в его портовой части хуже всего с безопасностью. В остальном этот город достаточно неплох. Мелкрик – это еще один небольшой город с базовой инфраструктурой. Там есть интересный магазин с хорошим выбором фруктов, овощей, рыбы и мяса, который я, кстати, вам показывала в видео про картошку фри. В целом, эти города проще, чем Сиэтл или Сайт, зато стоимость жилья и его аренды меньше. Я бы их не исключала из рассмотрения, особенно в ситуации ограниченного бюджета. Следующими популярностью городами являются Рентон, Ньюкасл, Кент. Они располагаются южнее Сиэтла. Рентон довольно неплохой город, только имейте в виду, что приличную его часть занимает индустриальная зона Боинга. Согласно статистике, на севере города достаточно безопасно, также район по правую сторону от 405 трассы выглядит хорошо. В общем, тут неплохой выбор квартир, домов для аренды, хорошая инфраструктура, есть где прогуляться и покушать. Если вы работаете в Боинге, то, возможно, это ваш вариант. Но если вам нужно добираться в центр Сиэтла, то будьте готовы к пробкам. Рядом находится Ньюкасл. Это безопасный небольшой город с базовой инфраструктурой. Стоимость аренды в Рентоне и Ньюкасл не сильно ниже, чем на Исайде. Южнее расположен город Кент. Здесь стоимость аренды заметно ниже, но на это есть свои причины. В городе расположено множество производств, распределительных пунктов, складов. Уровень безопасности ниже, количество преступлений больше, чем в среднем количество по стране. Но при этом не все так однородно, и в принципе можно найти район поспокойнее. Если расстояние для вас не проблема и хочется загородной жизни, то можно также рассмотреть такие более экзотические варианты, как Снакомли, Мэпл Валли, Дювал и Мадром. Но имейте в виду, что это уже далеко не Сиэтл. А сейчас самое время поговорить про города, где, на мой взгляд, жить не стоит. Мнение отчасти субъективное, я основываюсь на впечатлениях от посещения, но в том числе и на статистике. В первую очередь избегайте часть Сиэтла, которая южнее даунтауна, а именно промышленную зону, я ее уже упоминал раньше. В целом тут заметна тенденция, что чем больше производств, тем район опаснее. Имейте в виду, что в некоторых случаях дистанция между благополучным районом и местом, где жить, ну прям вообще не стоит, может составлять несколько сотен метров. Например, Вест-Сиэтл и соседний индустриальный район. Их разделяет трасса, и по разные стороны дороги люди живут в совершенно разных мирах. И напоследок озвучу самые опасные города. Здесь я буду руководствоваться только статистикой, чтобы не обидеть этих жителей, а именно информация от FBI по количеству преступлений различного рода. К югу от Сиэтла прямо кучкой расположены такие города, как Таквилла, Титак и Бёрин. Еще южнее располагается Такома. Такома, кстати, достаточно интересный город, там есть различные музеи, парки, однако так сложилось, что уровень преступности в этих городах высокий, и они стоят на первых местах в списке самых опасных городов штата. А Такома так вообще входит в десятку самых опасных городов на всем западном побережье США. А в Бюрин, Ситак и Десмуанес, ко всему прочему, вас ждет непрерывный шум взлетающих и садящихся самолетов, потому что рядом расположен главный аэропорт Сиэтла. Да, конечно, стоимость аренды жилья тут ниже. Например, в Такоме за квартиру 80 квадратных метров в среднем спрашивают $1661. Однако на другой чаше весов вопрос безопасности. В общем, если есть возможность тут не селиться, смело ею пользуйтесь. Если вы ищете что-то еще дешевле, то рассмотрите районы Олимпии, либо совсем маленькие города, удаленные от Сиэтла, либо другой штат. В любом случае, при выборе города оценивайте стоимость жизни в нем, уровень безопасности, удаленность от работы, наличие инфраструктуры и то, насколько он вписывается в темп вашей жизни. Полезные ссылки с ценами на аренду жилья, в целом по стоимости жизни, включая цены на магазины, на продукты. Информацию по безопасности городов и районов вы найдете в описании к видео. Как всегда, все самое полезное я сохраняю там. Надеюсь, что мне удалось вас сориентировать по городам Сиэтл Метрополиан Эрии, и вы теперь имеете представление о том, где вам было бы комфортно жить в случае переезда в штат Вашингтон. Ну, либо вы просто узнали, как выглядят города изнутри. С вами была Оля. Спасибо, что досмотрели до этого момента.
Подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы в комментариях и ставьте лайки. До встречи в следующем видео. Всем добра, всем пока.